С вами канал Улица Москвы. В этом выпуске прокатимся по МЦК. Мы у слияния 1 и 5 воинских проездов. И здесь вход на станции МЦК и МЦД Стрешнева. Ну, МЦД раньше называлась Ленинградская. Так, сейчас пойдем. Посмотрим, что тут настроили, наградили. Я, по-моему, с этого выхода не выходил еще. Так. Или выходил. Ну, по-моему, с другого выходил, который ближе к старой Ленинградской. Так, МЦК Стрешнева. Сейчас проверочка будет. Сейчас прервемся. Не на... Здесь МЦД, значит. Что, на МЦК еще что ли проход? Ну, через рамки нет. Так, стопы, значит, да, я понял. Стрешнева славится МЦК своими долгими выходами. Что туда, в сторону Пехотной улицы и Волоколамки тоже. Что в эту сторону. Так. Просто лицо не люблю, как бы. Так, нам куда? Так, сейчас, оп. Этот поезд до станции Балтийская уже, к сожалению, отправился. Я же хотел ехать к станции Балтийская. Но придется ждать следующего. Это сейчас отправится ласточка к Панфиловской. Вот долго размышлял о том, что вообще удобнее, какой поезд, Ласточка или Иволга. И пришел к такому выводу. Ну вот, мне кажется, зависит от того, сколько ты едешь. Если там одну-две остановки, то удобнее, наверное, Иволга. Оттуда сам процесс входа и выхода проще. А если ты вот, ну, целое полукольцо едешь, то, наверное, лучше Ласточка, сел и сидишь себе. Так, ну вот у нас это другой выход, ведущий к Волоколамскому шоссе. А вот уже ласточка идет.
Хорошо. Быстренько. Я уже прошел больше, чем нужно. Сяду. Следующая станция Балтийская. Платформа слева. Наземный переход на станцию метро Войковская. The next station is Балтийская. The platform is on the left. Change here for Войковская metro station. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам.